В Варшанской городской художественной галерее «Громыко» прошла торжественная презентация первой международной выставки конкурса «Коллегиум Kids». В ней приняли участие председатель Варшанского райисполкома Игорь Саченко, его заместитель Виктор Калачев и директор галереи «Артхаус» Лилия Лукашенко. У нас действительно очень много очень хороших дел сделано, хорошее в плане развития культуры. Много открыто новых объектов, много сделано реконструкции домов культуры, где вы можете и сможете повышать свой творческий потенциал. Это однозначно большой плюс для Оршанского района и, конечно, для каждого из вас. Сегодня, пройдя и посмотря на вот эти прекрасные произведения искусства, я бы сказал так, ни в коем случае не рисунки, я, честно говоря, восхищен. Почему? Потому что каждая картина несет в себе позитив. Здесь нет мрачных картин. Здесь семья, доброта, природа. То есть каждое направление, но все они несут добро. Даже Хаги-Ваги, который вот там тоже, да, всех сдружит. Действительно, такой немножко бренд тут у маленьких деток, скажем так. Вроде бы страшилка какая-то, но тем не менее она в себе несет действительно позитив. И тот, кто ее вот, картину эту создал, она видно, что добродушная, положительная, прежде всего. Что хочу сказать. Честно говоря, я не компетентен в выставлении оценок, дипломов, но на свой взгляд я, наверное, всем бы присудил бы однозначно. Какие-то места. Почему? Потому что, я уже сказал, везде положительно, везде красиво, везде то, что надо. Это нас всех объединяет. Для деток я хочу сказать, это молодцы, что занимаетесь. Сейчас, честно говоря, это лучше, чем сидеть в каких-то там компьютерах, телефонах. Надеюсь, вот девчонки смотрят это, они смотрят свои картины. Вот. Те оценки, которые уже где-то что-то прошли, узнали. Поэтому это все положительно, это все хорошо, это творчески вас развивает и приучает к тому, чтобы вы любили свою семью, свою родину и могли себя реализовать как творческие люди, которые вырастут и будут приносить пользу. В рамках презентации были оглашены результаты работы жюри и названы имена лауреатов и дипломантов. Международная выставка-конкурс «Коллегиум Kids» проводится раз в 3 года и является частью ежегодной международной выставки «Коллегиум», которую Оршанская городская художественная галерея «Громыко» принимает с 2009 года. «Коллегиум Kids» — это экспозиционное пространство, на котором талантливые дети из Беларуси и стран ближнего и дальнего зарубежья могут продемонстрировать свои работы широкой аудитории. В этом году в конкурсе участвует более 100 юных авторов в возрасте от 9 до 16 лет из 3 стран – Белоруссии, России и Казахстана. Хочу всех поздравить вас с участием в таком конкурсе и одновременно с победой, потому что на самом деле победителями являетесь вы все. Ваши все работы принимают участие в такой выставке, вы можете их видеть в таком замечательном заведений, как коллегиум, наравне с уже состоявшимися художниками, и это уже победа. Что я хочу сказать, ребята, на самом деле художниками станут не все, далеко не все станут единицами, именно титулованными художниками, знаменитыми художниками, но то, что вы уже в искусстве, это вы пронесете через всю свою жизнь. И поверьте, что оно не пройдет бесследно. В любом случае, искусство, оно делает человека глубже, более чутким, шире смотреть на мир. И вы действительно те ребята, которые уже познаете мир именно через искусство. Знаете, художник — это не профессия. Художник — это состояние души. Поэтому я хочу пожелать, пусть именно художник живет в каждом из вас. Хочу пожелать, чтобы вы не изменяли своему внутреннему миру, своим мечтам, чтобы вы шли к победе. На самом деле ведь первое место, да, там дипломатом первой степени, это, конечно, радостно, это, конечно, почетно. Но хочу вам сказать, на самом деле, я вот соглашусь с Игорем Владимировичем, что вы
поверьте, достигают высот не те, кто занимают всегда первые места, а высот достигают по жизни даже те, кто терпит неудачи больше, потому что это их стимулирует. Это стимулирует ваш характер быть более настойчивым, идти к цели, добиваться ее. Поэтому не опускайте никогда руки и всегда будьте преданы своей идее, мечте. Ну и помните при этом, что создавая свои произведения, искусство прежде всего должно созидать, должно нести людям чувство доброты, любви. И несмотря на все современные тенденции, какие бы они ни были вот вокруг нас, вы должны понимать, что искусство, оно призвано творить, творить чудеса. Поэтому любите свое дело, любите окружающих вас людей и творите добро при помощи вашего пера, кисти, рисунков. Поэтому поздравляю вас! Работы лауреатов и дипломантов выставки получат возможность экспонироваться в художественной галерее салоне «Артхаус» в городе Минске. Я как от себя лично, так и от всех вас хочу поблагодарить Юлию Валерьевну с тем, что она дает импульс развития, уделяет большое внимание творческому развитию вас всех, и в частности, в том числе и Оршанского региона. За это вам огромное спасибо, это действительно так. Ну и примите от нас подарок, вот эти цветы и вот эта теплота, подарок это от всех нас, Оршанского хлеба, теплого меня нового, чтобы она напоминала вам всегда лучше. Сергей Бойко, Алексей Цибульский, телекомпания «СКИФ». Благодарим Александра Николаева, заместителя начальника отдела идеологии по делам молодежи, за предоставленные видеоматериалы.